Сегодня свое десятилетие празднует Государственная жилищная инспекция. Сейчас это Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Карелии. По случаю даты в Петрозаводске в зале Благородного собрания состоялось торжественное мероприятие. Одна из главных задач жилищной инспекции – контроль за обеспечением прав и законных интересов жителей в сфере жилищных и коммунальных услуг. В 2017 году Госжилинспекция была преобразована в Государственный комитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. Ну, для всех она, наверное, это организация, которая занималась соблюдением законных требований к вопросам, связанных с проживанием людей. Вообще, Государственная жилищная инспекция, так она раньше называлась, зарождалась с маленького коллектива. У истоков ее стояли очень весьма интересные люди, проживающие здесь в Республике Карелия. Поздравили сотрудников ведомства с круглой датой премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик и председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Республики Леонид Леменчук.